Приветище, это Satisfactory, мы продолжаем загрязнять планету своими вот этими углевыми машинами, которые все сжигают, видишь, у них там куча горючего выходит в атмосферу, и поэтому здесь такие гигантские всякие червяки с четырьмя ногами, которые могут О, смотри, вот про это я и хотел тебе сказать, что тут даже мутанты уже просто начинают становиться невидимыми от вот этих вот сжигателей. В общем, в прошлой серии мы остановились на том, что... Я хотел сказать, что очень много было комментариев, типа, ну ты чё, мы тебе пишем, а ты не читаешь комменты, ты вообще разучился за 2 года играть, а 2 года это было совсем недавно, и ты ничего не помнишь. Короче, такие все комментарии, знатоки подъехали, в общем, и мне пора тоже становиться знатоком. Про что говорят? Говорят, на кой черт ты делаешь вот эти вот, как они, хранилища, типа... Есть определенное количество в конструкторе, которое может зависнуть там, допустим, до соточки. Ну вот, видишь, он сюда почти соточку закидывает себе и начинает это все дело перерабатывать. Типа, зачем ты на выходе это все делаешь? Допустим, вот мне нужно произвести здесь проволоку. Она может тут в количестве сотки тоже зависнуть, вроде как я понял. В общем, зачем ты сделал несколько сжигателей? Ведь можно поставить вот этот столбик и от него сделать кучу разветвлений. Ну как кучу, 4 штуки можешь разветвление сделать на каждые свои нужды. И все, иди сделай себе кресло, сиди, проперживай его, и ничем тебе больше здесь не надо заниматься. Будем сейчас исправляться. Начнем, пожалуй, с того, что мы нафиг все здесь сейчас снесем. Абсолютно все, мне нужна чистая площадка. А, подожди, нет, вру. Мне пока что чисто не нужна, потому что мне нужно понять, сколько мне нужно на фундамент. Для фундамента мне исключительно цемент нужен. У меня там парочку есть, где у меня цемент производится. Вот сюда нам нужно отправиться. Опа! Тут машинка стоит. А стоит она потому, что у меня сели батарейки. Значит, цемента у меня здесь, в принципе, навалом. Это все забираем. В большом... А, место. Места нет в моем рюкзаке. Карманы свисли до земли. И волочится как... Ну ладно, не буду говорить как что. А где моя... Вот она. Вот она моя, как эта штука называется? Моя центральная база, забыл, как она, хаб. Вон, наверху для особо умных написано же, что это хаб. Значит, где у меня здесь? Вот все необходимое здесь. Я сейчас возьму, скину вот это. О, я же могу еще известняк выкинуть. Выкинуть известняк. К черту известняк. Но я его выкину грамотно, вот сюда вот мне его нужно кинуть. Ой, а тут все битком. Ладненько. Давай мы сделаем тогда по-другому. Мы все это дело, нет, не будем запускать. Хотел запустить, но зачем, если это все сейчас снесу к чертям? Чертовой бабушке, вот. И теперь, а если я это все снесу, блин. Контейнер барахолочку мы сейчас с тобой здесь замутим. Сюда будем скидывать все. Этот контейнер у нас останется. А вот это вот все можно, я думаю, просто вот так чпиньк. И нафиг разобрать. Конечно же, сжигатели. Сжигатели вот эти прекрасно. А что такое? О, круто. Я на хаб навожу, и я вижу, что у меня в хабе находится. Классная штука. А, ну это показалось, потому что я хотел хаб разобрать. Типа, если ты его разберешь, ты вот эти вещи потеряешь. Типа, ну, не шали. Здесь вот это я могу забрать. Все понятно. Показывается, какие материалы я получу при разборе этого здания. Черт! Капец, дурень! Ай-яй-яй, я разобрал только что... Твою ж налево. Там была куча... Чего я тут производил? Там была куча железной пластины, а я это все разобрал. Ах ты ж... Чунгачкук ты, лысая твоя башка. Подожди, вот этот... Прикольно, тут ящик остался, а там почему? Как? Как это вышло? Подожди-ка. Давай посмотрим, что в ящике. А, ну конечно же, 2 штучки. Ну ладно, заберем. Хотя уж пихать-то некуда. О, смотри, есть массовый демонтаж. Раз цель, 2 цель, 3 цель. Ну-ка. Хлыбыч и разом все разобрал. Круто. Интересная штука. Это разбираем. Все, здесь остановилось. А что пищит? О, у нас там наверху, смотри, какой камушек есть, драгоценненький. Надо будет его потом достать. Значит, это мы убираем. Это мы тоже убираем. Ох уж это реконструкция. Если чего-то не учесть или что-то забыть, то можно поплатиться огромными деньжищами. Вот я сейчас, например, просрал огромную кучу пластин металлических. И что теперь? А ничего. Грызи свой большой палец на руке. Ну, в смысле, пятый. Пятый большой палец на руке. Смотри, как скучно стало. Кругом контейнера. Вот это надо убрать. Кругом одни контейнера. Ничего не работает.
Ничего не загрязняет эту планету. Все живут в идеальных условиях. Все в балансе. Вот эти штуки можно разобрать вообще с полной уверенностью. Мы там ничего не имеем. Вот. Так, тут у нас плавильня чего-то производит. Ну ладно, мы ее тоже разбираем. Это тоже разобрать. Две серии я это все строил и на третью решил разобрать. Типа, ну а к черту, а что мне терять? Реконструкшн. И настала задница. Задница для моих извилин. Потому что нужно придумать, как грамотно здесь выстроить одну площадочку общую для всей этой промзоны. Я думаю, что придется по-любому строить несколько здесь хранилищ. Потому что без них просто, ну, никак. Вот так вот. И все сюда переносить. Черт! 4 контейнера и все забиты под завязочку. Надо больше строить. Больше контейнеров. Вот так вот. Блин, я же чокнусь с ними, с этими контейнерами тут. Че это у меня за порт тут образовывается, а? Ну все, щавель-картавель, смотри. Я все расчистил. Оставил только буры. Потому что, ну, буры, они все равно будут стоять на земле. На платформу ты их никак не воткнешь. Так что осталось убрать только хаб. Сейчас я с него все вытащу. Красава. Все как надо. Разбираем. И теперь берем известняк, точнее цемент, и начинаем здесь строительство фундамента. Вот этот вот жиробасенький фундамент у нас пойдет вот здесь вот. Кладем. Вот и все. А теперь просто вот так выстраиваем все вперед, и ништяк будет у нас. Ну типа все, ты посмотри, как все тут по красоте выложено. Ровная, идеальная поверхность для нашего огромного завода. Тут, конечно, где-то трава растет, где-то камни вон торчат, но я думаю, это не помех. Я же смогу камни потом раздолбить. Вот такие вот камушки, блин, чертов камень. Ладно, фиг с ним. Я думаю, пока что с фундаментом все. Я предлагаю подняться наверх и забрать вот эту штуку. Она прям вот-вот, ну, хочется ее вот взять и положить в кармашек. Вот эти вот штуки сейчас здесь настроим. Давай разворот. И давай подниматься туда. Ну, немножечко скривили, но в целом мы добрались. Что это за фигня? Ты что, со мной болтаешь, что ли, камень? Ты что-то хочешь мне сказать? Давай заберем его. Хватит болтать со мной. Он промывает мне мозги. Есть! Все, этот шум и звук в ушах исчез. Аллилуйя. Ништяк. Блин, как тут высоко. Давай спрыгнем отсюда на парашют. Эу, парашют. Фух. Я думал, опять сейчас убьюсь об землю. Четко. Вот эту постройку, в принципе, можно оставить. Мне обзорный пункт все равно понадобится. Рано или поздно. Потому что отсюда просто шикарно все видно. Даже вон мой порт из контейнеров. И даже фундамент отсюда прекрасно видно, как я его выстроил. Может, все-таки повыше вот так вот сделать, а? Чтобы вообще вровень все было. Да, я думаю, я так сейчас и сделаю. Тогда не будет никакой вросшейся травы, никаких торчащих камней. Все, теперь все вровень. Теперь нужно подумать, где сделать центр управления. Ну, хаб, в смысле. Кстати, а почему бы его наверху там не воткнуть? А сюда бы скинуть проводки и подавать электричество сверху. В принципе, неплохая идея. Давайте попробуем сюда хаб воткнуть. Хаб, хабский, хаб, хаб. Ну вот, и втыкаем его сюда. Просто крутяк. Здесь у нас будет подаваться электричество. Главное отсюда не шиндарахнуться. Сейчас я тут сделаю платформу, чтобы мне было удобно походить. Настало время наконец-то начать обустройство нашего новенького завода. Значит, у нас тут имеется 3 бура по добыче железной руды. Но мы сейчас пока запустим только один. Вот это вот сейчас уберем и поставим его ровненько. Он стоит ровно относительно нас. Теперь нам нужно завести сюда конвейер. Вот так вот. Тоже все ровненько встало. Нет, пожалуй, не так. Надо, короче, начать все с краю. Вот это можно разобрать. Давай мы вот здесь вот поставим сейчас с тобой плавильню. И к ней будем все подводить. Отлично. По качеству делаем вот так вот. Прямо оттуда тащим сюда.
пофиг, что нифига не ровненько. Плавильня будет у нас производить там медные слитки, точнее не медные, а железные слитки. Это все будет выходить сюда и делиться. Конвейерный разветвитель нам тут понадобится. Наверное, слишком близко поставил. О! О! Интересно, он будет так разделять или нет? Мы практически сварили два разных элемента, то есть плавильню с разделительным контейнером. Ради интереса надо все это дело запустить и проверить. Короче, как я выяснил, такая тема не рабочая, потому что я не могу построить здесь конвейер с правой стороны и с левой тоже. Видишь, тут мешается, получается, вот эта часть плавильни. Так что эта тема не живая. Это убираем. Сейчас поставим все грамотно. Ну, короче, надо теперь все это дело запустить. Максимально близко поставил. Тут один конвейер стоит, и он, как бы, знаешь, он не пристыковался вроде бы как к разделителю, а просто в него построился. Так, сейчас мы это все дело запустим, проверим. Потянули, потянули. Нет, не потянули. Нам нужно здесь построить электростоп. Или, может быть, его сверху шлепнуть. Вот так вот, вот здесь вот. Вау, вот так вот пусть он стоит. И мы сделаем электричество вот отсюда. И туда. А потом еще и вон туда. А теперь сейчас это все запустим. Кинем сюда, знаешь что? Вот эти вот деревяшечки. Твердое биотопливо. Соточку вкинем. Все, пошло перерабатываться. А сколько будет это все перерабатываться? Одно твердое биотопливо 2 минуты 67 секунд. Или 2 часа 67 минут. Короче, ладно, потом разберемся. Что у нас там с разделителем? Разделяет он или нет? А, он нифига не разделяет, потому что я еще даже не поставил производство. Что я хочу от плавильни? А нет, смотри-ка, оно уже само разобралось, что я хочу от плавильни. Железные слитки, они... А, о, делится, все отлично, ништяк. Все разделяется, все как надо. Подожди, этот разбираем. Пускай оно там внутри постоит пока. А электричество мы просто сейчас отрубим. Потому что зачем нам работать в холостую? Вот это вот можно как-то отключить, вот. Ожидание, все, отлично. Соответственно, нам теперь нужно два производителя. Один будет делать нам металлические прутья, а другой будет нам делать металлические листы. Ну вот, все идет, все пляшет, все работает. Единственное, только надо завести эти конструкторы и настроить, значит, на железные пластины и на железные пруты. Но из железных прутьев мы будем производить еще кучу всего. Ну, например, винты. Да, вот такие вот винты. И, возможно, что-то еще. Давай мы тогда вот этот вот конструктор поменяем на пластины. А вот здесь вот поставим пруты. Воткнем сюда разделитель. И будет нам, наверное, счастье. Разделяем все это дело. Здесь у нас никуда не будет ничего уходить. Хотя можно здесь и сделать, в принципе. Мы ж не жадные. Контейнер, может быть, поставим. Кстати, многие спрашивали, зачем ты ставишь контейнеры. Контейнеры я ставлю для того, чтобы... Ну, смотри, ограниченное количество может храниться в конструкторах. В комментариях писали, что до сотни, вроде бы, но я не помню точно до скольки. Ну, до сотни, допустим. А если я не успел их забрать, то, соответственно, производство стоит. А так, поскольку есть контейнера, производство будет скидывать излишек, то есть вот эти 100 материалов произведенных будет в контейнер скидывать и работать дальше. Так что они нужны на начальном этапе, это 100%. Поэтому вот мне органайзер под прутья. Вроде ровненько воткнулось, а нет, скривил мальца. А вот тут вот у нас будет стоять этот конструктор на винты. Сейчас это надо грамотненько тут все воткнуть, чтобы ничего друг другу не мешало. Вот, например, вот этот вот уже конвейер мешает, его надо убрать. Блин, все рядышком воткнуть-то и не получится. Есть контакт, теперь нужно разобраться с прутьями. Хотя, в принципе... Можно сделать, смотри, что. Я вот здесь вот воткну себе органайзер. Допустим, вот так вот. Здесь поставлю соединитель. Где он у нас тут? Конвейерный соединитель. И все, отсюда будет собирать, соответственно. И отсюда будет собирать. И все это будет отправляться в наш замечательный органайзер. Он что, кривенько стоит? Да нет, вроде ровненько. Все четенько стоит. То есть получается, один органайзер, о, здоровый какой, привет. Ты что, на работу пришел? Ну давай, приступай. Гуляет такой по фундаменту, кайфует от ровненького пола.
Идеально ровный пол. Специально для тебя. Смотри, кайфует. Кайф ловит. Ладно, значит. В общем, у меня теперь будет металлические прутья и металлические листы храниться в одном контейнере. А здесь у нас будут производиться винты. Винты. Пока здесь тоже временный контейнер надо поставить. Держи, сладенький. Ну все, надо теперь запускаться и проверять, как это все будет работать. Надеюсь, что все будет отменно. Единственное, что нужно сделать, это теперь подключить все наши конструкторы. Давай вначале запустим вот эту штуку. Все работает. Пойдем проверим теперь там. Все вблизи. Нам теперь нужно подключить вот эти два конструктора. Надеюсь, у нас это выйдет. Сейчас попробуем. Хоп. Втыкаем сюда и... Еще одна... Нет, нет у нас еще одной линии. Тогда получается, давай я отсюда это все дело отключу. И поставлю здесь еще один столбик где-нибудь. Вот тут вот, например. И к нему подключим электричество. От него работает этот конструктор. Этот. И еще вон тот. Опа! Все, не выдержал напряг наш хаб. Пойдем посмотрим, какое напряжение шло от этих четырех конструкторов. О, ну да. Ну да. У нас максималочка это вот столько? 21 мегаватт, что ли? Давай тогда мы сейчас возьмем вот этот вот энергомодуль и увеличим производство. Разгончик у нас тут имеется теперь 150. И желаемая выработка энергии у нас теперь 30 мегаватт. Все должно работать. Запускаем. Так, проверяем. Ну да, все у нас отлично. Все четенько. Пойдем теперь посмотрим, что там у нас происходит снизу. Тут у нас конструкторы работают. Прутья у нас идут полным ходом. Не могу запрыгнуть, чтобы сверху посмотреть. Прутья идут сюда. Прутья идут сюда тоже. Да, все у нас разделитель работает. Соединитель у нас тоже должен работать. Проверяем. Да, у нас здесь и прутья, и пластины. Четко. Все как надо. Винты идут сюда. Отлично. Ну, я могу сказать, что это очень успешно. Мы смогли сократить огромное производство вот в небольшой вот такой вот флакончик. То есть здесь мы с одного бура имеем с тобой и прутья, и металлические листы, и винты. Три производственных мощности. А раньше у меня для этого нужно было три бура. Вот они тут стоят. Но сейчас работает один. И это очень колоссальная экономия энергии. Теперь нам нужно запустить производство цемента, известняк, вот он. И еще меди. Медь у нас вон там стоит. Рабочий! Ты что тут делаешь? Кстати, я смогу его ушатать, интересно, как думаешь? Воу, смотри, как побежал. Работать. Ну ладно, не буду его мучить, он вроде добряш. Переходим к меди. Медь, медевская. Блин, и что бы мне с тобой сделать? У меня там уже край весь забит. Еще отстроиться, что ли? Давай-ка, наверное, еще отстроимся. Так, дерево тут мешает, надо его спилить. Дерево, извини, но тебе пока что тут не рады. Опять пришел. Ну что ты тут все трешься, а? Я ж тебя уже прогонял. Как алкаш. Бродит, все бродит возле производственных мощностей. Все, короче, тянем отсюда конвейер. Медный конвейер. Вот таким вот макаридзе. Здесь пока поставим. Хоп. И сюда он у нас зайдет. Отсюда. Вот сюда. Пойдет. Нам нужно теперь поставить здесь плавильню. Максимально все близенько. Вот так вот ставим плавильню здесь. Ага, вот так вот. Круто! Круто. Удачно я здесь поставил объединитель. Все будет храниться у меня в одном контейнере. Даже медные провода. Ставим теперь здесь конструктор. Блин, неужели он большой? Он не влезет. А, черт. Ладно, ставим здесь конструктор. Место оставим на всякий случай на разъединитель. Готовченко. Значит, сюда у нас медные провода отправляются. И мы эти медные провода превращаем в кабели. И кабель спокойненько отправляется в контейнер. В принципе, он мог бы и вот сюда, в этот контейнер отправляться. Почему бы и нет? Ну ладно, пока сделаем отдельный. Все готово, все подключено. Осталось теперь это все дело запустить. А запускать мы будем также от хаба. Но только с другого сжигателя. У нас же тут их два.
Один работает, второй просто простаивает. Сюда закидываем, значит, топливо. Здесь мы делаем... Давай вот здесь вот с края лучше мы сделаем. Этот столбик. Конструктор. И еще один конструктор. Есть. Перенапряжения у нас нету. Все работает. Значит, а, подожди, я тут еще конвейер даже не проложил. Пускай он тут будет вот такой пока что, временный. Здесь что у нас? Медный слиток. Так, проверяем. Смотрим, как это все идет, 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 идет. По красоте. Ага. Тут у нас в медный провод. И он сейчас у нас должен тут разделяться. Да, видим. Разделение идет и туда, и сюда. Это очень хорошо. И здесь у нас производится кабель. Правильно же? Есть кабель? Есть. Все шикарно. Теперь я думаю, что нам нужно увеличить мощность производства наших плавильных. Потому что у нас тут, смотри, ничего не успевает переплавляться. Давай посмотрим по загрузке конструктора, что у нас тут. А конструктор-то стоит и ждет. Поэтому давай сюда мы сейчас закинем модуль. Разгоночку давай. Он, правда, стал мощнее потреблять электричество, но думаю, что это не так уж и критично. Конструктор все равно ожидает, но уже идет, смотри, с наполнительным эффектом. То есть он ожидает всего один железный слиток. И это очень хорошо. Настало время настроить производство цемента. И честно, я не знаю, куда это все дело воткнуть. Ну, в плане цементное производство. Куда его здесь воткнуть? В принципе, все, что мне нужно, это просто поставить конструктор, который будет из известняка делать бетон. Так что можно это даже сделать по-простому пока что. Временно, так сказать. Ставим вот здесь вот конструктор. И делаем вот так. Цемент производится. Ништяк. Все. Реконструкция завершена. И посмотри на мой миниатюрный завод. Мы все очень грамотно реорганизовали. Мощность производства у нас даже увеличилась за счет энергомодулей. А сам заводик уменьшился. Это называется эффективное ведение промышленного бизнеса. Теперь нам наверху нужно сделать отличнейший вид просто. Шикарнейший. Нужно поставить здесь верстак... Да, верстак, мастерская, по-моему. Нам мастерская больше нужна. Верстак в ММА у нас имеется. Значит, верстак сейчас воткнем. Вот таким вот образом. Опа. Тут сразу у нас выход, смотри. Выход сюда. И ММА нам нужно поставить. ММА обязательно без него никуда. Оно у нас станет вот здесь вот. Отлично. Ну и конечно же, нам теперь нужно еще и лифт поставить. Дофига и больше всяких материалов нужно. В принципе, мы сейчас их соберем, и лифт у нас будет, знаешь где? Вот тут вот по соседству. Сейчас мы туда дорожечку сделаем из фундамента, и все будет хорошечечно. Мы же можем оттуда? Да, можем. Значит, давай вот так вот. Вот так вот. Готово! Все, ну как, почти готово. Сейчас мы чуть-чуть тут подрихтуем. И тут у нас будет лифт. Места ему много, хорошо. Можно, конечно, его туда и повыше поставить, но туда строится дофига, и много не хочу. Пойдем-ка, короче, спустимся, посмотрим, что у нас там по материалам. Как же кайфово, когда у тебя есть парашют, а? Опа. И я обосрался под самый конец. Все равно упал. Так. Мне нужно пластины, прутья. А чё я туплю? У меня ж вон там, вон контейнера надо высвобождать. Пойдем посмотрим, порыскаем там. Вот, пожалуйста, прутья. Можно болты забрать отсюда. Кабели ту его тучи. О, панцири, надо взять их. Лифт. Теперь у меня он есть. Значит, космический лифт. Просто офигенно большущая дура. Сейчас я где-нибудь тут встану. Как-нибудь так вот. Что, не вмещается здесь, да? Мало места, а я думал, он здесь влезет. Можно, в принципе, расширить тут территорию фундаментом. Ты просто посмотри, она какая гигантская. Эта штука, она... Она половину моей платформы займет.
изрядненько так подиспользовав цемент совсем чуть-чуть на платформы. Сейчас попробуем впихнуть все-таки эту всю штуку. Ну-ка. Тихо, не разбиться бы. Это опасно. Строительство на высоте дает свои плоды, как говорится. Можно, в принципе, и шею так свернуть. Не влазим. Все равно не влазим. Надо еще подрасшириться. Это печаль. Ты посмотри просто, сколько цемента мне теперь нужно. Ровно половину я потратил на то, чтобы построить вот этот фундамент. Но если сейчас лифт сюда не влезет, это просто крах. Сейчас. Я надеюсь, что все-таки влезет. Мы и так очень огромную часть отстроили. Практически половину всего того, что ему нужно было. И что, не хватает ресурсов. Но он сюда вроде как влазит. И это просто круто. Все, пойдем цемент просто возьмем и все. Все, 500 бетона у меня в кармане. В обвисшем кармане. И мы наконец-то можем построить здесь лифт. Аллилуйя. Да постройся же ты. Кстати, сюда что-то можно еще подводить, а может и не надо его наверху строить. А, да ладно, пускай он тут наверху будет. Это же круто будет смотреться. О, с меня посыпалось деталье. Смотри, все туда. Все туда. В постройку этого гребаного лифта. Он очень много ресурсов сожрал. Крутяк. Мы его построили. Юху! Теперь осталось его как-то запустить. Пойдем. Подожди, он запускается. Он запускается. Так. Вот это что, саранча летит или что? Ну-ка. Готовится. Воу! Вот и лифт приехал. Цепляется. Крутая штука. Все, вон разряд полетел. Еще один. Ну вот, собственно, и лифт. Теперь он у нас и есть. Огроменная бандурина. Пойдем посмотрим. А то я уже забыл, что мы там можем производить. Че, не той стороной, что ли, воткнул? Ну, ё-моё. Ой, тут еще и по краю обходить. Ну да ладно. Это не страшно. Я уже привык по краю ходить. Что нам нужно? Умная обшивка. Короче, нужно 50 вот такой вот умной обшивки отправить туда, наверх. И эта доставка разблокирует уровень 3 и 4 в моем хабе. Без этого я как бы не смогу дальше продолжать развитие. Ну-ка посмотрим. Ну да, вот. Блокировка. Всего блокировка. Завершите первую фазу лифта. Фазу лифта. Но в принципе у меня пока что есть еще что развивать. И это мы сделаем уже в следующей серии. Ну а на сегодня это все. Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк под этим видео. И подписаться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующих крутых видосов. А я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем ролике.